Пара мыслей в рифму. Новость взбудоражила мое воображение. Культовые мультики получат продолжение. Незнакомых с ними не сыщешь человека. Им ведь исполняется, шутка ли, полвека. Мультфильмы-юбиляры, Гена с Чебурашкой, Белый Мишка Умка, Маугли Бесстрашный, Заяц, Волк, ну погоди, и те еще таланты, бременские, классные, звери-музыканты. Неизвестно лишь пока, как все это будет. Кто знает, может, Маугли покажет джунгли людям, может, Гена переедет из Москвы в Калугу, ну а Умка, наконец, найдет своего друга. Можно точно утверждать, продолжение будет. Смех и радость пусть опять они приносят людям. Эта детская любовь не пройдет, ты жди. Ой, как хочу услышать вновь. Ну, Заяц, погоди.